Комарова пообещала подать в отставку, если вина ее заместителя, вице-министра Сакена Мусайбекова, будет доказана. Об этом она заявила сегодня на отчетной встрече перед населением. Напомню, Сакена Мусайбекова сняли с рейса «Нур-Султан-Дубай» и поместили под стражу. Его подозревают в получении взятки от представителя ТОО, через которое проходят все букмекерские ставки. За это время среди высокопоставленных чиновников прецедентов не было. Согласно Конституции, существует презумпция невиновности. И прежде всего, конечно, вина должна быть доказана. В случае, если вина будет доказана, конечно, согласно закону, я буду подавать заявление об отставке. В случае, если будет вина доказана. Отмечу, 2 года назад Касым-Жомарт Токаев поручил первым лицам госорганов подавать в отставку за коррупцию своих подчиненных, оставив за собой право принять или не принять увольнение чиновника. За это время прецедентов не было, а вот поводы были. После ареста руководителя управления культуры и спорта по столице Нурлана Сыдыкова, Аким Алтай-Кульгинов заявление об отставке не писал. За него это сделал его заместитель Бахтияр Макен. Для последнего все обошлось выговором. Thank you.